Друзья, на очереди Уфтан. Это скраб-маска, или маска-скраб, как правильно сказать. Очень необычная маска, сделана она полностью на травах. Интересно, ее нужно разбавлять с водой и наносить на лицо. Хорошо пахнет, потому что здесь душица в составе, лаванды много, также здесь цитрария есть. Белая глина, календула, крапива имеет такие заживляющие свойства. Мягко скрабирует, отшелушивает ороговевший слой кожи. Можно использовать просто в качестве очищения лица ежедневно. Можно использовать как маску несколько раз в неделю, один раз в неделю. Или после бани, что тоже сейчас очень популярно. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, это видео вам понравилось. Впереди у нас еще есть скраб, про который я буду рассказывать, так что, пожалуйста, не теряйте нас, до скорой встречи!